Вместе всегда нам по пути. Лучше компании не найти. Знаешь, и ты, знаю и я. В жизни важнее всего семья. Это моя семья. Сокровище. Что, Лиска, опять сережку потеряла? Ничего я не теряла, я ищу сокровище. Какое еще сокровище? Настоящее. Я по телевизору увидела, что в стране английская бульдожия одна девочка вот так на своей даче кольцо нашла. Древнее, очень ценное. Пищит, пищит! Ну что там? Пуговица, металлическая, похожая на футбольный мяч. Так это же моя пуговица! Кидай! Сейчас мы такое найдем! Все, ничего больше нет. Никаких сокровищ. Я пойду позавтракаю и полежу немного. С утра ничего не ела. Давай, я пока дальше буду сокровища искать. Да на что я надеялась? Да, сокровищами это не назовешь. О, колесико нашлось. Спасибо, что нашли. Бип-бип, бип-бип. Пожалуйста. Ну, показывай, что вы тут с Лизой нашли. Так, это мне пригодится. И это. Отлично, сконструирую вездеход. Вообще-то мы сокровища искали. И кажется, вы его нашли. Кольцо? Смотри, зеленое все. Наверное, очень древнее. Вот Лизка обрадуется. А завтра отправимся в музей археологии. Покажем кольцо. Это сенсация! Гена, тут пишут, что ту девочку из английской бульдожии, которая древний перстень нашла, выселили. Дом снесли, и теперь там 100 человек ведут раскопки. Представляешь, если и у нас так. Ой, а давай пока Лизе ничего не будем говорить про кольцо. Давай, и спрячем его куда подальше. Точно, чтобы никто больше не нашел. Доброе утро, юнги! Сходите искупайтесь, вода отличная. Гена, а что это у тебя? Да так, нашли ерунду какую-то. Ха! Ничего себе ерунда! Это же сокровище! Это медное колечко мне подарили в день выпуска из военно-морского училища. Такая традиция, а я его давным-давно здесь где-то потерял. Так это твое? Ну да, спасибо, что нашли. А я вас спросить хотел, вы чего здесь столько металлолома сложили? Да Лизе кольцо искали. Она так хотела сокровище найти. И очень расстроилась, что ничего нет. Сокровище? У меня есть идея. Доброе утро. А что вы тут делаете? Это большой секрет. Хочешь помочь нам? Конечно! Лиза, я тоже хочу искать сокровища! Да мы тут все с дружком уже проверили. Ничего интересного. Надо за забором теперь искать. Давай здесь сначала потренируемся. Кажется, там и правда что-то есть. А вдруг там колечко? Нет, этого не может быть! Сокровище! Кольцо! Малыш, это невероятно! Спасибо, что показал мне это место! Откуда ты знаешь, что я искала кольцо? А, так это вы все подстроили! Так мы хотели как лучше! Верю! Я всегда знала, что настоящее сокровище – это моя семья.
на новую дачу. Это вам в честь успешного окончания учебного года. Ура! Наконец-то лето! А когда мы поедем на нашу новую дачу? Да, а какая она? А правда, что дом у реки? А вокруг есть лес? А фотографии новой дачи у тебя есть? Сколько вопросов! Приедем, сами все увидите. Привет всем! Привет! Слушайте, мне удалось освободиться на полдня. Если вы соберетесь ровно за час, я отвезу вас на дачу прямо сегодня. А то следующий выходной не знаю, когда будет. Соберемся! Успеем! Ну тогда время пошло. Ура! А мы пока за продуктами сходим. Держите, сейчас все рухнет! Все целы. Ага. Роза, Лиза, куда вы столько платьев-то набрали? Я всего-то 15 штук взяла. А я еще даже шляпки не успела собрать. Проблема не в платьях, а в том, что папа и мама теперь не смогут войти. Ну вот, из-за ваших дурацких нарядов мы не поедем сегодня на дачу. Ты сам вон какую кучу вещей набрал. Осталось 15 минут. Времени хватит или на хорошую ссору, или на то, чтобы разгрести завал. На то и другое не хватит. Факт. А помните, как мы играли с дедушкой в необходимые вещи? Юнги, наш корабль налетел на рифы и вот-вот затонет. У вас одна шлюпка и 3 минуты времени. Надо взять с собой только самые необходимые вещи, без чего вы не сможете обойтись. Малыш, ты гений! Вот это все на лодке точно не нужно. Я понял, что брать не нужно. Что-то мне кажется, они не успеют. Мы готовы! А вещи? Я думал, вы вот такую гору соберете. Зачем? Мы умеем собираться. Мы взяли только самое необходимое. Поехали! Дедушка! Дедушка, дедушка, привет! Привет! Дедуля! Ура! Добро пожаловать, юнги! Привет! Ух ты, бух ты! Гвоздь мне в кеды! Дедушка, мы вспомнили, чему ты нас учил, поэтому успели собраться и приехать. Это же как настоящее футбольное поле! Вот это да! Какой простор для экспериментов! Это не дом! Это заколотый дворец принцессы Лизы! Сколько цветов! Я Юнги снова со своим капитаном! Курорт.
надо терпеть, курорт, сама понимаешь. А у тебя там как? О, экзотика! Тут и пустыня, и море, ну и звезды всякие тусуются, знаменитые спортсмены, повсюду крутые тачки. Вау, выходи в пес Инстаграм, фотки покажешь. Ой, телефон разряжается, чуть попозже. Что? Иначе пострадает моя репутация. А у меня все должно быть круто. Глупости. Почему мы должны что-то изображать? Ага, ерунда какая-то. Ну, пожалуйста. Все мои подруги отдыхают на модных курортах. Одна я. Ух ты, пух ты. Давайте поиграем в курорт. Пожалуй, это интересная режиссерская задача. Как раз для меня. Ну что ж, раз большинство за... Придется принять участие в этом шоу. Да, у нас тут тоже жарище. Ваша заказа, Маузель. Мерси. О, какие фрукты тебе принесли? Фейхоа, манго, экзотика. Смотри, кто тут загорает. Это же тот самый режиссер Лайкинс. И знаменитая певица Леди Гав-Гав. О! И известный яхтсмен тоже тут. Ну, известный самый. Ну ты даешь, классно. Пришли фотки. Жди, скоро вышлю. Нужно фото, срочно. Катаюсь на слоне. Это местные бедуины. Ну и всякие там вкусняшки. Что тут у нас? Авокадо, мангустины. Ой, как круто! У нас тут тоже экзотики хватает. И верблюдов, и всяких там попугаев. Фу. Колибри, сколько угодно. А у нас комаров, сколько угодно. Ну, пока-пока. До завтра. Просто супер! Весь день убит на эту ерунду. Я вас обожаю. Всем спасибо. Завтра продолжим. О, нет. Доброе утро, подруга. Ну что, загораешь? Чем сегодня собираюсь заняться? Ну, еще не решила. Я тебе перезвоню. А вы куда? Роза, мне кажется, пора возвращаться с курорта. У нас тут тоже неплохо. Полностью согласна. Ага, курорт в районе средней полосы. Если захочешь, присоединяйся к нам. Мы швартуемся у старой пристани, будем рады. Ну и пожалуйста. Посмотрю на нормальных отдыхающих. Тебя тут тьма непринятых звонков. Ты куда пропала? Затянула курортное веселье? Ты знаешь, а я вовсе и не на курорте. Я тебя разыграла. Я на даче у дедушки. И тут здорово. И мои родные самые лучшие кинозвезды. Приезжай потом к нам. На нашу пятизвездочную дачу все включено. Веселье, приключения и лучшие друзья. Есть контакт. Штуковина. Оптический телескоп новейшей модели. С ним я рассчитываю совершить ряд научных открытий. Ой. Ого. О!
Здрасте. Гена, я совершила научное открытие! А? Я установила контакт с жителями Луны. Наука не располагает доказательствами жизни на других планетах. Иди, посмотри сам. Как я и говорил, мы одни во Вселенной, Лиза. Как? Они существуют! Я сама видела. Деда, а наш космолет сможет подавать сигналы? Еще как сможет, малыш. Будем сигналить самым большим фонарем. Нужно установить контакт с инопланетным разумом. Надеюсь, на Луне увидят. Лиза, нужно уметь признавать очевидное. Инопланетян не существует. Существует! Я видела. Ну и где же они? А? Что это? Малыш, посигналим? Хе-хе. Вспомню свою радиолюбительскую молодость от лица Межпланетной космической федерации. Приветствуем вас, земляне! Это же азбука Морзе! От лица всех жителей Земли. И Лизы, и Лизы! Приветствуем вас! Братья по разуму! Мы установили с кем-то контакт! Земля? Представьтесь, с кем я говорю? Мы — центр по изучению внеземных цивилизаций. Скажи, что мы космонавты! И космические путешественники! Ух ты, пух ты! Деда, бежим туда! Они хотят сесть в лесу! Бежим! Лиза, я тебя недооценивал! Привет! Привет! А вы куда? Мы на встречу с пришельцами! А вы? А мы космическим путешественникам! Ага! Мы модель запускали! Так это вы, братья по разуму? А вы, значит, космические путешественники. Все равно ничего не понимаю. Пойдемте лучше модель искать. Она к реке полетела. Роза, смотри, инопланетный разум. Селфи, это наше все. Представляю, как наши обзавидуются! Генкина любовь. А Гена-то наш влюбился! Как влюбился? В кого? Не знаю, в кого. Только он вон в ту рощу каждый день бегает. То с лимонадом, то с шоколадом, то с цветами. Понятно же, что для девушки какой-нибудь. Для какой-нибудь? А для одной сестры он ничего теперь делать не будет? Ты куда? Посмотрю, что за девушка такая. Ей не нравятся эти цветы. И шоколад, и лимонад. Но она прекрасна. Ах, как она прекрасна! Надо попробовать другие цветы и конфеты. Фруктовые. Ген, привет, куда ходил? А, ты не поймешь. Ты представляешь, ничего не рассказывает. Но я же вижу, что он несчастен. Та девушка его не ценит.
А это наш Гена. Его спасать надо. Ага. Я все придумала. Сейчас переоденусь так, чтобы он меня не узнал. И пойду его очарую. Зачем? Чтобы он в меня влюбился и пошел со мной. А тут я снимаю парик. Опа! А это я забочусь о Гене. А вдруг он расстроится? А ты возьми его любимые пирожки и идем со мной. Спрячешься в кустах. Если что, опа! Я с пирожками тоже забочусь о Гене. Да, и он к нам вернется. Ты здесь подожди. Ох, как я волнуюсь. Ну все, пошла. Пожелай мне удачи. Давай. Кыш, кыш отсюда. Фу. Ой, как вы меня напугали. Да? Я тоже вас напугала? Простите. О, какие красивые у вас цветы! Можно посмотреть? Я сейчас занят. Ну, тогда не буду вам мешать. Ну что? Да он на меня даже не смотрит. Я этого так не оставлю. Второй заход. Давай скорее, мне тут страшно. И Гену утешать почти нечем. Ах, как удивительно! Мы опять с вами встретились. Я же сказал, что я занят. Понимаю, но знаете, я тут заблудилась. Не могли бы вы меня проводить? Ну хорошо, провожу. Все равно ничего не получается. Отстань, гадкий жук. Упс. О, моя прекрасная. Наконец-то я тебя вижу. Ген, ты чего? Это же Оза. Не мешай, Лиска. Лиска? Ты что, меня узнал? Уберите его от меня. Стой, это редкая жужелица. Отдай ее мне, она моя. Ты моя красавица. Ты моя чудесная. Смотрите, она любит те же пирожки, что и я. Это что, все из-за насекомого? Что это? Понимаешь, хороший парень наш Гена. Когда-нибудь его полюбит какая-нибудь девушка. Только он ведь девушку и не заметит, если на ней не будет подходящего костюма. А это мой карнавальный. Думаю, надо держать его наготове. Дубль Цыпа. Я пчелка! Укушу! Ну, плыви, Цыпа. Гена, почему он не двигает лапками? Потому что он игрушечный. А ты можешь его оживить? Опа! Не-а. Лиска, стой! Пусть все бегают, плавают, а цыпленку не надо. Генка, ты же умный! Оживи Цыпу! Чего тебе стоит? Вообще-то была одна формула. Готово. Давай, цыпленка. Не получилось.
Смотри, что я на чердаке откопал. Это еще дедушкин. Ага. Слушай, я тут подумал. А может, эту цыпу просто смазать? Игрушку? Ага, смазывают же всякие механизмы. И они ездят, летают. Я вот машинное масло на чердаке нашел. Сразу про тебя подумал. Какой же ты наивный, дружок. Почему сразу наивный? Ура! Получилось! Ура! Лови его! Лови! Эй! Камера вроде работает. Цыпа на месте. Готов? Ага, давай, подключайся. Да! Связь налажена, идет трансляция. Где бумажка? Мы ведем интернет-трансляцию во все научные лаборатории мира. Сегодня мой брат Гена Барбоскин совершил великое открытие. Оживил плюшевую игрушку. Эй, всем видно? Yes, it's very interesting. Геннадий, я профессор Йельского университета. Как вам это удалось? Реакция проходила нестабильно, но была постоянной. Любопытно. Hello. Hello, профессор Присли Карвард, а вы можете оживить матрешку? А статую свободы можете? Конечно. Отдай мне его. Но все это требует тестирования. Желтенький? С черным пятнышком? Да вот же он. У соседа сбежал. Молодцы, что поймали. Мы, мальчики, его уже поймали. Сейчас вам принесем. У какого такого соседа? Это наш Цыпа. Вы про игрушку? Про Цыпу? Вот, я ее полночи отстирывала. Смотрите, какая теперь красивая. Что? Значит, эксперимент неудачный. А как же статуя свободы? Ты вправду обещал им оживить статую свободы? И матрешку. А дружок хотел смазать цыпу, чтобы она начала ходить. Смазать цыпу? А что, если смазать нашу дачу? Будет избушка на курьих ножках. Цыпу смазывать не дам, а то опять отстирывать. Кто купаться? Я! Амнезия. Дружок, ты когда найдешь мои наушники? Неделю назад взял на 5 минут. Да найду я, найду. Рост, ну иди, проигрываю. Дружок, папа нас давно просил полку у девочек повесить. Пошли? Геныч, давай завтра, а? Не забудь. Гвоздь мне в кеды. Как же Тимоха этот уровень прошел? Дружочек, помнишь, я за тебя дежурила? Сегодня ты вместо меня. Ладно, ладно. Смотри, не забудь. Как сговорились. Не забудь, не забудь. Забудешь тут. По сюжету боевика герой Брэда Питбуля теряет память в результате удара током. Удастся ли ему вспомнить все и раскрыть заговор мафии? Смотрите блокбастер «Непомнящий» в кинотеатрах. О, а может мне тоже, как в этом фильме, память потерять? Не придется делать кучу всяких неприятных вещей. Зарядное устройство было уже довольно потрепанное. Видимо, он хотел зарядить телефон, и его ударило током. Где я? Кто я? А вы кто? Ты дружок Барбоскин, а мы твои братики и сестрички. Братики и сестрички?
Похоже, у дружка шоковая потеря памяти. По-научному амнезия. Бедненький, давайте поможем дружку вспомнить все-все-все. Лиска, ты чего? Раз он ничего не помнит, у нас прекрасный шанс воспитать из него приличную собаку. Как это? Ну, не говорить ему про его вредные привычки и увлечения, а рассказать про полезные. Боюсь, что природа все равно возьмет свое. Но попробовать можно. Мы всегда гордились тобой, дружок. Правда? Да, ты у нас в семье главный помощник по хозяйству. Тебя хлебом не корми, дай посуду помыть или в магазин сгонять. А щедрый какой! То наушниками поделишься, то поиграть на компьютере позовешь. Пойдем. А вот твоя комната. Здесь все, чем ты увлекаешься. Музыка. Как ты играешь на свиреле? В школу обожаешь ходить. Любимые предметы – история, химия, физика. А еще ты очень-очень любишь природу. Разводишь вместе со мной рыбок, пчелок. Ну и главное, ни минуты без дела. С чего начнем? С музыки, кулинарии, рукоделия? Я и решил прикинуться, что память потерял. Геныч, я понимаю, виноват. Но не могу я так больше. Придумай что-нибудь, умоляю. Дружок, дружок. Сейчас попробуем нейтрализовать последствия амнезии. Я сконструировал специальный прибор. Значит, договорились. Больше никакого обмана. Клянусь футболом. Так, включаем. Ура! Я все вспомнил! Ой. Я это снова я! Долой вязание! Ну, надеюсь, ты вспомнил и про дежурство? Не вопрос, Лис! Где швабра? Кстати! Помню, наушники и полки! Да я уж теперь ничего не забуду! Гена, внучек! Какой-то интересный аппарат придумал, чтоб память возвращать! Можно мне маленько попользоваться? Я как раз мемуары пишу. Надо кое-что тут освежить. Романс. Чуть не просыпал, растяпа. Тебе просто завидно, что у меня есть Рубик, а у тебя нет. Да если захочу, Гена мне такого же сделает. Только не надо. Вот еще с железякой возиться. С некоторыми железяками возиться приятнее, чем с некоторыми собаками. Кого это ты имеешь в виду? Кого-кого? Вот уроки делать мне кто-нибудь кроме него помогает? Нет. А песни также петь кто-нибудь умеет? Вот спой что-нибудь. Я встретил вас, и все былое в отжившемся. Хватит! А теперь ты, Робик. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил. Ну и пожалуйста. Встретил, не встретил. Ты куда? У меня тренировка уже началась. Опаздываю. А я хотел в гран-при поиграть. Да играй. Только смотри, мой рекорд не побей. Чао. На трассу Сильверстоун выходит Тимоша Белохвостиков. Ну и пожалуйста. Помогите! Помогите! Вот встретил, так встретил! Эй!
Я сейчас! А ты говорила, робот лучше. А спас тебя я. Это спас называется? А я сейчас Розу спас. Да, молодец. Ее робот твой во дворе подкидывал и на дерево закинул. Сломался, наверное. Не мог мой робот просто так взять и сломаться. Ну-ка пойдем посмотрим. У меня за окном веб-камера установлена, чтобы жизнь птиц наблюдать. Когда, говоришь, это было? Да вот только что. Спасите! Помогите! И не сломался. Она сама на дерево залезла. Сама? В 1635 году произошло объединение собачьего царства. Пёсий хвост правил еще 10 лет. На смену ему пришел полкан мудрый. Как же все это запомнить? Роза, я. А пойдем сегодня в кино? Не могу! У меня завтра экзамен! Ну тогда в театр. А чего это ты врываешься без стука? Ну, ты же когда подкидывалась, бум! А потом я бац! Ну и я вот. Я тогда пойду. Тимоха! А? Ладно уж, так и быть. Пойдем завтра в кино. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце. Популярная психология. Чего читаешь? Популярная психология. Ха! Психологом хочешь стать? Ага. Только практики не хватает. Дружок, ты не ушибся? Нет. Пациент, которому требуется психологическая помощь. Дружок, тебе срочно требуется психологическая помощь. Что? Ты чего, Лиска? Совсем заигралась? Никакая помощь мне не требуется. А вот если эта вредная печенька сейчас оттуда не вылезет, то ей точно понадобится помощь. Если пациент отказывается от лечения, это еще не значит, что он здоров. Так. Дружочек, постой, не дергайся. Лиза, ты что? Полечимся немножко и все. Вспомни, может, тебя в детстве кто-нибудь обидел? Никто меня не обижал. Я сам кого хочешь обижу. Гвоздь мне в кеды. Выпусти меня сейчас же. Все понятно. Повышенная агрессивность на фоне общей тревожности. Надо срочно спасать пациента. Так, начнем с гипноза. Ты спокоен. Погоди, я тебе такое спокойствие покажу. Возбуждение растет. Попробуй музыкотерапию. Странно, тревога только усилилась. Для ослабления эмоциональных блоков примените точечный массаж. Ой! Помогите! Ну, я тебе это припомню. Так, явное нарушение самоконтроля. Лиза! Придется применить экстренные меры. Геночка, караул! Лиска возомнила себя великим психологом и пытается меня лечить. Она ведь теперь не отстанет. Дружочек, я спасу тебя!
Тебе поможет лечение электрическим током. Слышишь? А? Кажется, я знаю, как мы поступим. Двужок, Двужок, ты где? Лиза, ты применяешь псевдонаучные методы в 21 веке на службе у психологов робототехника. И мне удалось достать для тебя на один вечер экземпляр робота-психолога. Ой, мне звонят. Минутку. Чувствую психологическую проблему. Чувствую психологическую проблему. Определяю источник проблемы. Он источник. Проблема. Синдром спасательства. Необходимо экстремальное лечение. Ну, потерпи, тигренок. Сейчас будет легче. Привет, Лиза. Чего делаешь? А, тигва лечу. А, Лиза, а как же психология? Да, что-то надоело. Я теперь медсестрой хочу стать. Галчишники ставить, уколы делать. Только вот практики не хватает. Кстати, Двужок, а у тебя ничего не болит? Пчёла-птицы-пёс. Ой, что-то я наелась. Пойду лучше журнал посмотрю. Правильно, сестрёнка. Журнал, конечно, интереснее. А я твою порцию съем. О! А можно я тогда этим пироженым своих зверушек накормлю? Да, конечно. Стой! Ты что, не знаешь? Что? Это пирожное так любит. Кто? Твоя сестра... Пчёла-птицы-пёс. Пчёла-птицы-пёс? Кто это? О, это существо. Живет высоко в горах. Передвигается быстро-быстро, так что никто его не видит. Оно очень любит сладкое и собирает нектар, как пчелка. Но не в цветах, а в сластях и пирожных. Ух ты, пух ты! Никто еще не видел пчелу-птицы-пёса. Но точно известно, что он приходит по ночам специально за этим лакомством. А давай оставим его здесь на ночь. Вдруг пчела-птица-пёс придет сегодня. А что, неплохая идея. Нужно заботиться о братьях наших меньших и о сестрах старших. Расскажи еще что-нибудь о пчёле-птице-пёсе. Ну, он похож на большую пчелу с клювом, как у птицы, и покрыт шерстью. У него, как у собачки, есть зубы. Он все время летает и жужжит. Жжжжжж. А когда ему хорошо, поет, как соловей. Вот так. Фью-фьють, фью-фьють, фью-фьють. Как-то так. Все, а теперь спать. Я придумал. Я не буду спать сегодня. Я устрою здесь засаду и дождусь пчёлу-птицы-пёса и сфотографирую, как он будет есть пирожное. Это невозможно. Почему? Потому что тот, кто хоть раз увидел пчёла-птицы-пёса, тот кричит от ужаса и надолго лишается дара речи. Малыш, пойдем спать, солнышко. Завтра проснешься и поймешь, приходил ли пчёла-птицы-пёс или не приходил.
любит пчелы, птицы, пес, кроме этого пирожного? Он любит. Что он любит? Вот что он любит! Соль любит, чеснок любит и перец просто обожает. А теперь и спать! Он приходил, да? Приходил? Ты видела его? Везет же! Видишь, я сделал все, как он любит. Я добавил в пирожное пачку соли, банку перца и головку чеснока. А сам не успел, ты его спугнула. Я вспомнил. Мама просила никому не говорить, но она припрятала еще одну коробку пирожных. Ради такого случая можно же. Вдруг пчела, птица, пес снова придет в гости. Я думаю, если мы съедим по одной штучке, пчела, птица, пес на нас ведь не обидится. Спорное искусство. Здесь наша общая комната. Девчонки, там пирожок оставался, вы не брали? Это невыносимо! По комнате пройти нельзя! Выкинь все немедленно! Что значит выкинь? Это искусство! У меня талант! Могу поспорить, что дальше этих вазочек дело не пойдет. Еще как пойдет! Вот и здорово! Спор! Тогда лепи что-нибудь посложнее, как нормальный скульптор. Споем? Если не слепишь... Моешь комнату всю неделю. А если слеплю, тут будет моя мастерская. И Розочка печет нам пирожки. Идет. Лизка, я буду твоим натурщиком. Ты можешь не вертеться. Да хватит тебе лепить! Но я же поспорила! А у тебя получится! У меня получится, наверное. Нет, тут надо действовать наверняка. Есть план, сестренка. Вот что у нас у меня вышло. Моя первая большая скульптура. Оцените плод моего таланта. Я всегда верил в Лизины способности. А где мы его поставим? Нигде! Я уже получила предложение выставиться в Лувре и Эрмитаже. Вот, теперь выбегаю. Лизка, давай закругляйся. Мне очень жарко. Кстати, а где дружок? Ну что ж, наша выставка заканчивается. Спасибо, что посетили. Так быстро? Дай еще немного полюбоваться твоим шедевром, пока его в Лувр не увезли. Я так и знала. Обман. Лиза, это очень некрасиво обманывать. Прости, сестренка. С тебя уборка. Эх, проспорила. Лиза, у тебя получаются хорошие вазы. Поиздеваться пришел? Мне и так плохо. Я серьезно. Я уверен, что у тебя есть талант. Давай я буду позировать. Все равно у меня ничего не получится. Не попробуешь, не узнаешь. Ти-ти-ти.
Это что еще за фокусы? Гена, ладно эти клоуны, но ты-то... Гена, Гена, я знаю, что это ты. Какое варварство! Ломать произведение юного мастера! Эх, Роза, Роза! Ну-ка, вот! Ну что, проспорила? Лепи пирожки! Пойдем, Гена! Ну, как дела? Вечером пируем? Я ничего не умею! У меня ничего не получится! Роза, не попробуешь, не узнаешь!